Ну что, друзья, всем салют. Пришло время заценить совместный альбом Гуфа и Муравья «Дом, который построил Алик». Все никак не было времени, руки никак не доходили. Занимался своими делами, делал видос рэп-игра, если не смотрели, посмотрите. Ну и так далее, тому подобное, в общем. И вот, наконец-то, все-таки я решился это сделать. Это прослушка. Все не по плану пошло. Короче, давайте слушать. Начнем с интро прям сразу. Прости меня, пожалуйста, я хочу как это мне очень нравится. Я очень хочу, чтобы у тебя в этом году было все хорошо. Так, ну, интро как интро. IKEA Казань, работает он. Молодцы. Так, на ветер. Тот же самый сэмпл. Я возвращаюсь в точку, где дороже стоит наша жизнь. 2011, усердно труя лампу Аладдина. Хочешь знать, что я когда-то загадал? А вторым мне загадал, чтобы светил зеленый свет моим родным и тем, с кем временами разделяю ужин. Но как понял, если есть в кармане пачка сигарет, хотя бы к 30, но или к моим 40. Иногда неплохо. Лучше молчать, чтобы услышали. Лучше исчезнуть. Прикольный переход. У микрофона мистер, извините. Это снова я, мистер Excuse me, I'm sorry. Это тот, который просит, пожалуйста, отъебитесь. Тот чел, который на повторе качал в твоем моторе, как ну еще в 2007-м. И пусть уже он лет 5 не выпускал сольник. Микрофона мистер, извините. Вообще круто, реально. И вот эти скретчи напоминают вообще те года нулевые. Круто, я вообще вот читал текст Гуфа и прям поражался. Очень круто. И Муравей хорош. Сам бит очень хороший. Так, яблоко Адама. Я не виню ее ни в коем случае. Наверное, потому что люблю до сих пор. Если этот вопрос меня настолько мучает, я готов посвятить ей хоть целый альбом. Яблоко Адама в руке. Я думал, что я был около рая. Думал, что планету вертел. Я же молодой и не женатый. Молодой. Ты нереально крутой. Ёбаный в рот, я же Лёха Долматов. Круто. Думал, что планету вертел. Я не знаю, короче, меня удивляет Гуф. Ну, очень круто все написано. А сэмпл, ну, вот эта вот гитарка, напомнила трек D12 Rap Game, как раз из, ну, тот трек, который использовал я в рэп-игре. Просто он здесь как будто бы медленней. Ну, похоже. Так, самый ожидаемый, в общем, трек. А, подожди-ка. Улет сначала, что ли? Паспорту полный порядок, пассажир Лёша Долматов. Какая авиакомпания, по-моему, уже ежу понятно. Last business, as always, oh yes. Сверху вниз смотрю, я дотянулся до небес. И заранее простите, что так долго пропускаю пейс. Завтра я в Париже, помолюсь за их здоровье, Деве Марии. Мой зеленый роли весь такой не потому, что боль. Денчик попросил залететь в Луи. Евр поднялся с утра, походу, вместе с моим хуем. Башня не впечатляет, Гарик на углу не нужен. Итак, снова у нас топовый тречок со Смоки Мо. Муравей тут только на припеве. Окей. И Смоки, и Гуф хорошо себя показали. Я вообще пока доволен всем. Кроме рекламы. Сука. Так, совместка, еще одна совместка с Ураганом у Гуфа. Уже была ведь она. Так, что-то танцевальное, походу. Я просто не любитель такого музла, ну, уже вот здесь вот. Но посмотрим, что представит Гуф и Принц.
все как просто вообще. А, тут припев другой, это оказывается. Очень простенький трек. Но, знаете, тут как бы изначально это было понятно, потому что такое музыкальное сопровождение уже не подразумевает за собой что-то серьезное. И нет, конечно же, можно было бы придумать какие-то интересные рифмы, прям круто поиграть, но здесь все очень просто. Я вот смотрю на текст, все довольно-таки лайтово. Так, буквы Fit Nemiga, не знаю, кто это. Так. Светлая линия в темной судьбе. Красиво. Я пройду сотни миль только с ней. Щит. Я сейчас только что видел, как волосы поднимаются. Вау. Охренеть, вообще не отпускает даже. Вот это вообще нежданчик. Я хочу, чтобы она улыбалась. Именно с ней мечтаю встретить старость. Я хочу, чтобы сейчас ей было весело. Эх, я думаю, сейчас как бомбанет музло. Ох, у меня до сих пор мурашки. Я не знаю, видно вам, не видно, но это очень круто. Балдежная тема. И, ну, короче, этот трек забрал себе Nemiga. Прям, это вот его работа, как будто бы совместно с Гуфом. А, ну, Муравей чисто музло написал. Очень круто, очень. Так, непогода. Так, ну что, вот и подошло к концу этого прослушивания. 7 треков, ну, точнее 6, одно интро. Я даже не знаю, короче, что выделить. Ну, по-любому, буквы — это вообще самый топ для меня в этом альбоме. А также мне зашел трек «На ветер». Очень круто. И «Улет», по-моему. Да, «Улет». Вообще, респект Муравью за, я так понял, за битло, за мастеринг и так далее. А, так как он тут особо нигде не мелькает, ну, было бы круто, конечно, его слушать еще куплеты, не чисто припевы. Вот. Гуф удивил. Я вот, прослушав этот альбом, я хочу еще больше послушать его сольный. Типа, ну, мне интересно, что же там интересно, ну, такого будет. Круто, круто. Короче, для меня топчик буквы, на ветер и улет. Вот. Ваш, что вам, как ваши вообще впечатления, пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны, играйте в рэп-игру. Спасибо всем за просмотр, всем
Пока. Check it out.